Всем привет, ребят. Я сегодня нахожусь в заброшенном садике. Не знаю, видно меня сейчас или нет, потому что у меня сейчас пока херовый фонарик, и я не могу сказать. Блядь, тут столько комнат, и я здесь один. Этот садик закрыт. Блядь, здесь кажется, что все шевелится, звучит. Давайте, в общем, смотреть. Не знаю, какая будет картинка. Я надеюсь, все будет хорошо. Вот это центральный вход. Оттуда я пришел. Это огромный зал. Не знаю, видно ли здесь что-то. Ничего, в принципе, здесь нету интересного. Какие-то вещи. Старый выключатель. Крест. Обувь. Книга. Ленин. О советской внешней политике. Книга 1979 года. В общем, это, видимо, какой-то туалет. Ёбаный в рот. Блять, ребят, не знаю, как вам. Страшно здесь, однако. Это, видимо, какая-то люстра. Ребят, извините, я очень мало говорю. Не по теме даже, возможно, но у меня просто сейчас эмоции. Я, блядь, здесь один, мне дико страшно. Заколоченное окно. Здесь стол какой-то стоит. Старые газеты. 2007 года. Сталинград, Волгоград, Царицын. Тут какая-то лежанка непонятная, что это. Полно всяких газет. Удивительно то, что здесь остались батареи. Давайте пройдем дальше. Блять, как мне страшно здесь ходить. Ёбаный вот. Старый телевизор. Вот это, видимо, туалет. Блять, мне такое ощущение, что сзади меня кто-то ждет. Вот это раковина. Здесь, видимо, дети умывались. Я напоминаю, что это садик. Я сейчас хожу по газетам, по каким-то бумажкам. А потолок здесь какой-то странный. Тут все отколупливается. Есть еще какая-то комната. Ебать, тут еще. Тут, в общем, это сортиры. Ебать, неужели это дети здесь? Вот сюда вот ходили. Конечно, это пиздец на самом деле, ребят. Ох, страшновато, однако, здесь. Ничего особого здесь нету. Какие-то, видимо, вешалки. Мне кажется, что кто-то вдалеке стоит. Здесь огромный шкаф. Здесь какие-то газеты, книги. Бумажка. Листочек с морской бой, видимо. Пойдемте. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, давайте пройдем дальше. Здесь основной холл. Блять, пиздец, ебать. Это закрыть эту дверь? Нахуй. Там пакетики от кофе. Интересно. Давайте посмотрим. Я боюсь, что мне кто-нибудь руку откусит. Я засуну туда фонарь. Я пока не вижу, что там. Но потом посмотрим. Какие-то шкафчики, пивные бутылки, что не свойственно для садика. Хотя, в принципе, понятно, что здесь алкоголики могут быть. Здесь, видимо, какой-то второй огромный холл и лестница. Не знаю, для чего она. Там дальше холл. Я хожу по краске, она так звучит неприятно. Опять крест.
Меня это, конечно, греет, но я понимаю, что я здесь один, и вылазить мне достаточно будет тяжело, в случае чего. Здесь какая-то дверь, видимо, кладовая была. Здесь дохрена книг. Даже осталась какая-то полка. Кстати, в ней какой-то пух. А, это пыль. Это пыль. Книги и кассеты. Даже сигарета здесь есть. Golden Deer. Господи, вот я люблю вот такие места, потому что здесь сохранились вот потолки, да, вот банки вот эти вот, потому что частенько раньше делали вот так вот патрон, куда вкручивается лампочка, и банка висит. Это очень странно. Здесь какие-то рубильники с кнопками. Вода. Ну, видимо, здесь какой-то был обогревательный котел. Не знаю, видно ли вам, нет. Здесь, видимо, был душ. Здесь какая-то огромная плита, видимо. Либо это кухня, не знаю, что это было. Деле, я не знаю. Давайте, наверное, зайдем сюда. Я все время оборачиваюсь, и боюсь, как бы мне, блядь, кто-нибудь сзади не появился. Мне это очень, блядь, пугает, на самом деле. Здесь, видимо, какая-то кладовка. Тут до хера полок всяких. Облупленная краска и целые трубы. Что, опять же, странно, но садик закрыт. Смотрите, старый плафон от люстры. Блядь, там кто-то шумит. Давайте-ка мы сейчас быстренько... Ой, зайдем еще сюда. Ёбаный в рот. Здесь закрытая дверь. Здесь полно закрытых дверей. И какие-то... Ребят. Сори, я съебываюсь отсюда, потому что там кто-то шевелится. Вот именно в месте, где должен быть главный вход. Отсюда даю ёбу. Извините. Всем спасибо. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Сука. Как мне теперь выходить, я не ебу. Всем пока.